Всех приветствую. Это канал про блокчейн. На связи Вячеслав, Максим. Всем, друзья, привет. Да, большой-большой привет. Спасибо, что вы приходите на наши трансляции. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все нормально, слышно, нас видно. И будем начинать потихоньку. Так, что у нас, друзья, там подключаются? Люди уже так потихонечку идут. Привет, Максим. Валерия Емельяненко. Привет. Уже вопросы накидали в чат. Активно обсуждают проект. Это да, я, кстати, хорошо. Сейчас тоже сделаю репост в чаты. Приглашу еще людей. Так, друзья, пока Вячеслав занимается репостами, хочу вам напомнить одну такую важную вещь. На каждом нашем эфире, это для тех, кто новенький, я расскажу, а для тех, кто старенький, и так все знают. На каждом нашем эфире мы делаем ставочки на курс биткоина к концу данной трансляции, и приз составляет 500-600 рублей, 10 долларов, в общем, по курсу биткоина, если вы ближе всего ставите цифру к курсу именно на конец трансляции. Ставки принимаются до 21:00. Победитель объявляется в нашей группе в Telegram. Ссылочка на группу в Telegram есть под этим видео. Поэтому, друзья, переходите, сразу подписывайтесь на Telegram. И что важно, нужно обязательно делать репост данной трансляции, которая у нас сейчас идет, в любую социальную сеть, которая у вас есть. Это может быть ВКонтакте, это может быть Telegram, это может быть Twitter, Facebook, Одноклассники, все что угодно. В любую социальную сеть. А меня здесь Wi-Fi. Да, у нас к нам подключается уже здесь наш гость. Здравствуйте. Борис, все, слышно вас. Да, поэтому, друзья, пока что делайте ваши ставочки. Не забывайте о том, что когда мы объявим победителя в Телеграме, пишите в контакт, и мы уже непосредственно отправим ваш приз, друзья. Вячеслав, представь сегодняшнего нашего гостя и давайте будем начинать. Итак, у нас сегодня в гостях крутой проект. Это проект BioCoin от Лавка Лавка. Это такая блокчейн-платформа лояльности и средства расчетов, можно сказать, от создателей как раз Лавка Лавка. И в гостях у нас Борис Акимов, непосредственно фаундер проекта, который лучше всех может про него рассказать. Как эта идея родилась, для чего она сейчас существует и на какой стадии проект находится. Поэтому вопросы, я вижу, уже есть. Давайте сначала дадим слово Борису. Он коротко расскажет вдруг для тех подписчиков наших, кто не в курсе. Все ссылки на проект, на сайт есть. Сайт на русском языке, есть видео с обзором, можно посмотреть. А сейчас давайте приступим к общению. Привет, Борис. Да, здрасте. Скажите, я тут на мероприятии не слишком ли громко вокруг меня музыка или что-то еще, или мне надо куда-нибудь выйти? Да нет, в целом нормально пока, просто микрофончик, если что, чуть ближе сдвинете, да и все. Я сделаю вас погромче и можем хорошо. Добрый вечер. Я не только представляю BioCoin, но еще изначально материнская компания. Наш это фермерский кооператив «Лавка-Лавка», это несколько наших магазинов, онлайн-проект, производство в Московской, Тульской, Мурманской области, рестораны. И вот в этом году мы запустили блокчейн-платформу лояльности BioCoin. Смысл ее в том, чтобы дать возможность малому предпринимателю, в первую очередь фермерам, которых мы объединяем, дополнительные возможности для развития, детям. Как известно, наши кредитные всякие институции, инвестиционные институции, они в первую очередь рассчитаны на помощь, на системную помощь крупным бизнесу, корпорациям, а когда речь идет о малом бизнесе, в общем, попробуй пойди взять кредит, если ты делаешь какой-нибудь сыр или колбасу, или выращиваешь бычков. Почти нечего, банк не примет тебя, твоих бычков в качестве... В общем... Исходя из собственного опыта, из того, что фермеру пережить кассовый разрыв, привлечь новых покупателей, найти кредит и всякое прочее очень сложно, вот мы придумали этот BioCoin, который по форме вроде как система лояльности, но по сути на самом деле
гораздо больше. И вот вчера даже в разговоре с Ириной Сидоренко, которая осуществляет юридическую поддержку нашего проекта, родился такой, мне кажется, очень правильное определение, а что такое биокоин. Если раньше мы говорили о цифровом активе, то сейчас это новый термин – гибридный актив. Вот, мне кажется, очень правильно, потому что суть биокоина, она очень многогранна и гибридна. Алло. Да-да, все слышно. Слышно, да, говорите, все слышно. Отлично. Хорошо. Я просто к тому, что не слишком ли я долго говорю? Вы меня прерываете иногда. Не, все нормально. Тут нужно, да, как раз понять концепцию, для чего как появилось, что вы работаете на самых верхних кругах, это понятно. Хорошо, тогда я могу еще чуть-чуть рассказать. А, собственно, почему система лояльности, да, по форме? Во-первых, мы все-таки изначально приняли, что мы хотим существовать легитимного поля, даже с учетом того, что сейчас криптотехнологии, блокчейн, там, криптовалюты никаким образом особенно отдельно не регулируются, все ждут регулирования там, в следующем году. И Путин дал указание к июлю подготовить это регулирование. Ну, в общем, его пока нет и не было, когда мы придумывали проект. Мы понимали, что мы при этом все равно делаем бизнес здесь, мы завязываем биокоин очень тесно на том бизнесе, который мы здесь делаем. Поэтому мы живем, работаем здесь и будем делать бизнес здесь. Поэтому мы решили, что нам нужно выходить из этой ситуации и делать так, чтобы наш блокчейн криптовалютный проект существовал в рамках той легальности, легитимности, которая сейчас существует. Вот. Поэтому будем использовать те механизмы и инструменты, которые есть. Вот один из этих инструментов – это, собственно, система лояльности. Но, опять же, причин несколько и других есть, почему выбрали именно эту форму. Очень важно, что система лояльности позволяет осуществить массовый, скажем так, посев биокоина. Да? То есть как сделать так, чтобы твой криптоактив, твой токен использовал большое количество людей. Вот. Биткоин в свое время, да, распространился там, основным принципом майнинга, который провоцировал людей участвовать в этом и передавали ценность, собственно, самому биткоину. Вот система лояльности втягивает в использование биткоина тех людей, которые ничего не знают про криптовалюту, которые не знают, как им пользоваться, никогда не пользуются, и даже, может быть, не хотели бы ей пользоваться. Но когда ты приходишь в какой-то бизнес, и в этом бизнесе тебе начисляют биткоины, то ты даже не зная, что это такое, поставив себе приложение, потому что ты хочешь просто использовать эти биткоины затем для оплаты товаров и услуг там, к системе лояльности, ты начинаешь использовать какие-то инструменты, точно ежедневно участвуешь в транзакциях. И это означает, что там, тысячи, потом десятки тысяч, там, сотни тысяч людей, миллионы людей начинают использовать биткоин просто потому, что они осуществляют какую-то свою потребительскую экономическую деятельность. И в ежедневной этой деятельности появляется вот такой вот бонус, да, который при этом выстроен на одном блокчейне. То есть это такой, в общем-то, способ, хитрый-нехитрый, но способ втянуть в использование криптовалюты большое количество людей. Кроме того, система лояльности, ну, это удобный способ для того, чтобы как бы не усложнять вот эту вот историю, то, о чем я говорил, собственно, о том, что делать ее более доступной, понятной для обычного обывателя. Вот даже если вы не знаете о том, что такое криптовалюта или блокчейн, вы просто используете это как знакомый вам инструмент бонус. Но на самом деле, кроме того, что это система лояльности, это инструмент расчетов, которые позволяют нашим фермерам
и вообще малому бизнесу переживать какие-то трудные периоды, связанные, например, с кассовым разрывом. То есть, если в нашей системе лояльности на данный момент уже есть там, порядка 50 бизнесов, из них, наверное, штук ну, 15 там, на данный момент уже тех, которые поставляют те или иные решения для, для фермеров и для малого бизнеса. То есть, например, поставщики кормов, поставщики оборудования различного производства, поставщики удобрений. Вот все это фермер может приобрести за те биокоины, которые у него есть, потому что он их получил в оплату за свои продукции или потому что он их получил за то, что в качестве вознаграждения, например, от того, что он там арендует место на рынке и в качестве оплаты за вовремя выплаченную аренду получает тоже биокоины. Ну, то есть каким-то образом он получил эти биокоины и может их использовать для приобретения того, что ему нужно в данный момент. Кроме этого, это и, как бы, это и кредитный инструмент. Мы хотели бы, чтобы члены кооператива фермера могли бы, ну, собственно, либо и могут уже получать биокоины как беспроцентный кредит для, например, вот, в случае возникновения кассового разрыва, решения каких-то вопросов, там, оплаты аренды, покупки трактора, покупки УАЗика, не знаю, да, покупки удобрений. Вот. Ну, помимо этого, это еще и инструмент, который фиксирует какие-то сделки, да, то есть по самой транзакции там можно определить, что когда есть система лояльности, мы понимаем, кому принадлежат эти кошельки, кто и за что-то платил, если там сделка фермер, например, приобрел УАЗ или приобрел корма. Это тоже удобный инструмент контроля работы без документарной какой-то основы. Там, и так далее. Ну, в общем, многогранен наш токен. Я тут просто, я нахожусь на вернисаже, вот, открытие бара, винного бара «Баррель» на винзаводе. Тут, значит, одновременной галереи. Может, мне, да? Спасибо. Вот, ваше здоровье. И поэтому у меня много отвлекающих факторов от беседы с вами, за что прошу прощения. А ты мне оставишь вино? Можешь? Почему? Смотрите, ну мы так поняли, ладно. Понятно, что проект он не только как система лояльности, вот, и на сайте, те, кто смотрит трансляцию, могут на сайт перейти, его по класс посмотреть. Здесь уже написано, что вы уже сотрудничаете с многими компаниями, там, в том числе и Даблби, Республика, Калионова, УАЗ и так далее. То есть они реально уже могут принимать. То есть кошелек уже работает, я так понимаю, да? Вы используете свой блокчейн, это модернизированный Percoin, или как правильно, да? Ну, Percoin, да. Биокоин – это форк Percoin. Percoin, в свою очередь, форк биткоина. Ну да, понятно, что все форки, они идут от папы, от биткоина, да. Вот, но здесь используется постмайнинг, то есть нельзя, вот, кстати, в чате уже задавали вопрос, а можно намайнить ваших монет и пойти скупиться, допустим, да, но я сразу опережая, да, следующие вопросы, постсистема, она подразумевает автоматический майнинг, это все заложено в код, и вам нужно просто быть владельцем монет, и чтобы у вас кошелек был включен. И тогда у вас будет начисляться какой-то процент, там 5% или сколько-то это заложено. В вашем случае 5%, да? Да, это правильно. 5%. Да, тут вопрос есть интересный, я хотел его задать. Есть ли какие-нибудь критерии, по которым можно понять, какие бизнесы могут вступать, ну, присоединяться к вашей системе Biocoin? Потому что вроде вот тут говорят, что уже даже книжный магазин есть, там... Это какие бизнесы вообще могут вступать в вашу структуру биокоина? Ну, смотрите, у нас вот у нас лавки-лавки есть как строгий такой экологический стандарт, к которому там каждому фермеру, который хочет вступить в наш кооператив, к нему выезжает инспектор, он проверяет эту ферму на соответствие довольно детально прописанному стандарту.
вот, конечно, такого стандарта в случае с биокоином не существует, во всяком случае, пока. При этом мы все равно настаиваем на том, что мы не создали какую-то потребительскую монетку, которая вознаграждает любого покупателя, потенциально может вознаграждать любого покупателя в любом бизнесе. Это было бы неправильно, хотя некоторые мои собеседники иногда там критикуют нас за это, считают, что мы искусственным образом ограничиваем возможность использования этой монеты. Но я с этим на самом деле не согласен, потому что любое какое-то строгое маркетинговое ограничение, оно делает проекты, явления более привлекательными, на самом деле, для тех бизнесов, которые бы хотели в это вступить. Берем не всех совсем. Берем только тех, кто соответствует нашим представлениям о том, что этот бизнес в той или иной степени способствует росту зеленой экономики, дружелюбному отношению к окружающей среде, ответственному отношению к окружающей среде. Понятно, что рамки этого пока, как я сказал, они не описаны, не формализованы окончательно. И там, можно сказать, ну, например, компания УАЗ способствует ответственному отношению к окружающей среде. Ну, там, жжет бензин и немало. Но да. Мы понимаем, что те фермеры, которые, малые фермеры, которые входят в наш кооператив, там вообще малые предприниматели на селе в России, ну, они, а то не на слепи, но они, будь они там суперэкологичны, они все равно будут использовать УАЗ, потому что эта машина наиболее соответствует их финансовым возможностям, а с другой стороны, соответствует дорогам плохим, которые в России есть. Поэтому представить себе фермера в России без УАЗика, ну, в общем, довольно сложно. Если говорить там, не знаю, о Double B, например, сеть Double B, они очень относятся к тому, где они берут кофе, у кого они берут кофе. Там, они даже часто рассказывают про фермеров, с которыми общаются. Магазин «Республика» всегда довольно много говорит о том, что если, например, какие-то книги или там какие-то изделия используют торсырье для производства самих себя, да, то это как-то подчеркивает, то есть такое как бы некоторое уважение к тем бизнесам, которые производят продукцию из вторичного сырья. Тут такие акценты некоторые на экологии, в любом случае, они в магазине «Республика» тоже присутствуют. Поэтому в той или иной степени все те бизнесы, которые входят в нашу систему лояльности, они должны вот в той или иной степени приветствовать зеленую экономику и способствовать какому-то такому ответственному отношению к окружающей среде. Я думаю, что со временем мы обязательно формализуем и опишем вообще вот эти границы, что может быть, что не может быть у того бизнеса, который входит к нам. Вот на самом деле то, что интересно, на нас уже вышли некоторые крупные сети. Не буду сейчас говорить, но прям вообще там с первой тройки, наверное, в России федеральные сети, которые производят, ну, то есть продают продукты питания. И мы понимаем, что вот взять целую сеть такую, ну, просто не можем, потому что это разрушит там, собственно, основы. Но, с другой стороны, отказываться от таких партнеров довольно глупо. Поэтому мы сейчас в процессе переговоров, но мы предложили такую схему, что мы на определенную группу товаров, которые есть в этих сетях. То есть вот покупаешь, ты пришел ты в большой супермаркет, будь такой большой и традиционный для там, московского региона, покупаешь какие-то продукты, тебе начисляют биокоин, а какие-то покупаешь, тебе их не начисляют. Тем самым биокоин помогает продаваться тем продуктам внутри сетей, которые соответствуют нашим представлениям. Пока эти представления, вот они не формализованы, в отличие от того стандарта, который лавка существует. Но я думаю, что со временем это тоже произойдет. В общем, получается, друзья, такси, служба такси не сможет участвовать в этом, как вы задавали вопрос. К сожалению, надо нести что-то полезное природе, да, и сохранять ее как-то, насколько я понимаю. Основная идея такая, во всяком случае. Может, потому что представить себе мир без такси на данный момент невозможно. А если это такси Тесла?
Да, если такси Тесла, если вообще такси по какой-то причине вдруг решило сделать что-то навстречу там, более зеленому экологичному миру, то это уже хорошо. Я пока не знаю, что именно, но там, не знаю, перечислять 1 рубль от поездки на восстановление сибирских лесов или лесов Амазонки. Но с каждого поездки 1 рубль. Ну, вроде бы такая же, как и на другом такси, но что-то положительное и хорошее для мира все равно делается. Поэтому это, наверное, тоже возможно. Ну, вот выяснили, что и такси тоже может. Еще вопрос есть. Какие перспективы на ближайшие 5 лет? Ну, и спрашивают, каков вообще будет итог? Перспективы на 5 лет, они заключаются в том, чтобы создать глобальную такую международную систему лояльности, в которую будут включены там, тысячи, может быть, там, если все получится, там, десятки тысяч бизнесов по всему миру, которые будут начислять биокоины, которые будут принимать биокоины и тем самым провоцировать рост спроса на биокоин на бирже для того, чтобы они у бизнеса появлялись, у новых бизнесов и для начисления своим покупателям. Ну, как бы это вот у нас самая главная задача, да, сделать так, чтобы реализовать то, о чем мы заявили. То есть создать большущую систему лояльности, втянуть в нее большое количество бизнесов, которым жизненно необходим биокоин для того, чтобы внутри системы лояльности функционировать. Тем самым сделать так, чтобы на бирже постоянно был спрос на эти биокоины, не только спекулятивный спрос, который, наверное, там тоже будет, и это понятно, а спрос от реального бизнеса, которому он будет нужен, потому что он внутри системы лояльности. Это самое главное. Дальше у нас есть уже всякие проекты, которые являются экосистемой, которую мы строим. Вот, на самом деле, одно из этих предложений могу уже рассказать. О нем даже я рассказывал премьер-министру Медведеву. Собственно, первый раз в жизни с ним встретился, там участвовал в одном заседании. И, в общем, решил не сдерживать себя и рассказал об этом. Собственно, идея заключается в том, чтобы создать площадку для краудинвестинга, или как мы ее назвали, для альтернативных коллективных инвестиций в малый и средний бизнес, в первую очередь как раз сельскохозяйственный бизнес. Для того, чтобы фермеры могли выпускать токены свои на базе биокоина для решения каких-то своих насущных проблем, строительства, не знаю, птичника, какого-то колбасного цеха, закупки крупнорогатого скота и чего еще либо. И эти бы токены бы были бы обеспечены их продукцией. Вещь, на самом деле, которая лежит на поверхности, в общем, как идея вроде бы, но системно пока нигде не реализована. И мы хотим в ближайшее время это реализовать, запустить одновременно биржу внутреннюю, биржу биокоина, где бы вот эти токены, фермерские токены разных хозяйств торговались, тем самым делать возможным развитие, более бурное развитие сельского хозяйства в России, не просто сельского хозяйства, а именно малого фермерства. Вопрос есть такой, вот нам подключился человек на трансляцию, говорит, еще 3 октября участвовал в прицеле, перевел деньги за биокоины, до сих пор не получается получить, они не приходят к нему на кошелек. Он в саппорт писал, но проблемы не могут решить. Есть ли возможность как-то помочь, или, может быть, я просто его контакт в Телеграме вам пришлю, а вы уже лично свяжетесь с человеком и поможете, потому что не получается. Да, давайте в Телеграм присылайте мне, мы обязательно разберемся. Ну, к сожалению, я могу сказать, что запросов, в принципе, я вижу по почте довольно много, но с учетом того, что, в принципе, тысячи людей, там уже несколько тысяч человек привели, то там, понятно, что там какие-то десятки людей по разным причинам не получили. Честно говоря, чаще всего это происходит по какой-то, не то чтобы вине, но по причине самого поведения самого человека, он там, не знаю, не тот кошелек смотрит, еще что-то. Ну, то есть какие-то вещи такие иногда забавные
но иногда действительно что-то... Ну, мы обязательно разберемся, присылайте. Все, спасибо, мы вам тогда контакт перешлем, человек уже да. с вами свяжется, разъяснит нам, да. что как переключить его на техподдержку. Есть вопрос по поводу пиара. Почему такой слабый пиар у вас в сети? На земле у вас все очень здорово, но почему так мало распространения именно для целевой аудитории криптосообщества? Ну, смотрите, во-первых, у нас сейчас как раз запускается большая компания. Вот, к сожалению, дольше мы ее настраивали, чем должны были. Чем хотели. Вот. Потом я бы не сказал, что пиар у нас мало. Мне кажется, что с пиаром-то все неплохо. Если говорить про русскоязычную среду. А вот как раз с маркетингом, да, похуже дела обстоят. Но вот по маркетинговой кампании у нас начинаются буквально вот, вот они вот запускаются сегодня, завтра. Там, послезавтра будет запущено несколько кампаний. Например, проект, просто интеграция с ними шла дольше, к сожалению, чем хотелось бы, но сейчас все наконец настроили и запускаемся. Adventor — это те, которые по Либиусу привели 7 миллионов долларов. Так что думаю, что в ближайшее время все сильно лучше будет. Отлично. Спрашивают по цифрам. Какая последняя информация по количеству участников пресейл и ICO в целом? Другими словами, сколько людей уже имеют биокоины на руках? Хотя бы примерный порядок цифр. На сайте у вас внизу указано, что уже приобретено биокоинов на сумму почти 3,5 миллиона долларов. Соответственно, можно посчитать, сколько уже да, биокоинов находится в обороте. Но если вы владеете информацией по цифрам, сколько это в людях? Там, 1000 человек, 2, 3, 5. Вот я сейчас, конечно, я, честно говоря, последний раз, там, какое-то время назад, на эту цифру узнавал, но я насколько помню, там, ну, чуть-чуть я прибавлю, это, наверное, это в районе, наверное, от 3500 на данный момент. Так, точнее, вот попрошу уточнить, и завтра там, да, повесим эту информацию там, у нас в канале, например, в Телеграме. Отлично. Но уже больше 3000 это точно. Участвуют ли какие-то тогда крупные венчурные фонды или какие-то крупные инвесторы? Потому что если 3500 человек и, соответственно, уже 3,5 почти миллиона собранных средств, вот, то, возможно, были какие-то вливания от первичных партнеров, от венчурных фондов, ну или от каких-то криптофондов. Я могу честно сказать, что вот было несколько человек, просто частных инвесторов, которых там можно посчитать на пальцах двух рук, которые сделали большие покупки, существенные на данный момент. Есть там вот, больше 3000 человек, которые приобрели биокоины небольших объемов. Вот фондов на данный момент нет, и я на самом деле не думаю, не уверен, что вообще мы с ними сработаемся по одной простой причине. Вот у нас в лавке большущий, на самом деле, есть опыт привлечения коллективных таких инвестиций без всякого там блокчейна. В 2015-16 годах мы привлекли там, около 400 миллионов рублей. Это на рынок в Тульской области, на завод в Тульской области, завод в Мурманской области, на фермерский рынок в Химках. И мы всегда шли путем того, чтобы не работать с системными инвестиционными фондами, не работать с системными инвесторами. Не потому, что мы там прям против них чего-то имеем, на самом деле. Просто та модель, которую мы практикуем, она очень такая, ну, в ней действительно большая эмоциональная составляющая. И совсем немного того, к чему привыкли такие системные венчурные и не только венчурные инвесторы. И в случае с биокоином мы все-таки являемся плоть от плоти продуктом лавки-лавки, сам такой. Поэтому вот мы какие есть, такие есть. И для того, чтобы упаковать свой бизнес, просто упаковать, для большого системного венчурного фонда или не только венчурного, а просто для инвестфонда, нужно совсем, ну, пройти какой-то совсем другой путь. Надо совсем по-другому себя организовать как бизнес. Нужно совсем иные условия вхождения в бизнес предоставить. И в каком-то смысле это все заканчивается потерей самостоятельности. Вот для нас вот эта самостоятельность, наша независимость, она на первом месте стояла и раньше, и сейчас стоит. Поэтому нам гораздо комфортнее работать не системными инвесторами,
хотя они могут быть довольно крупными при этом, а с теми, кто разделяет наши идеалы, с теми, кому нравится то, что мы делаем, с теми, кто ну, верит в это. То есть в целом, да, это в некотором смысле эмоциональные инвестиции, тут нечего скрывать. И ничего плохого в этом я не вижу, на самом деле. Нам комфортнее работать с национальными инвесторами, нежели с институциональными инвесторами. Поэтому фондов на данный момент есть, но есть крупные частные инвесторы. Отлично. Вопрос про прокуратуру есть. С последними заявлениями прокуратуры криптовалюта – это денежный суррогат и последствия. То есть как вы решаете этот вопрос юридически? Знаю, что у нас принимают биткоины и проблемы с решением. Это, наверное, прокуратура интересуется. Ну, надо сказать, что признаться, что какое-то время назад, где-то пару дней 10 назад, мы решили с биткоинами притормозить и перестали их принимать в магазинах. Но это напрямую не связано прямо там с действием прокуратуры или там с заявлением, потому что мы все принимали, когда они к нам приходили, там один раз, второй, третий раз. Мы все принимали. Но мы просто понимаем сейчас одну вещь такую, что ситуация обостряется в целом вот в стране, в информационном поле по поводу криптовалют. Прием биткоина для нас не является какой-то категорически важнейшей вещью на данный момент. Да? Нам важно развивать нашу экосистему биокоин и принимать биокоины там, да, и реализовывать обещанное нашим инвесторам. Поэтому мы решили, что для того, чтобы просто излишнего раздражающего фактора на этапе там, ICO не было, мы решили пока с биткоином немножко притормозить и немножко его пока, во всяком случае, не принимать в магазинах. Вот. И поэтому, хотя вот это заявление от пресс-релиза Генпрокуратуры, что денежный суррогат, ну, в общем, подтверждает, что, наверное, мы правы, в том смысле, что пока лучше дополнительные. Потому что мы и так пытаемся делать все в России, всячески об этом говорим, открыто говорим об этом, с биокоинами действуем, открыто и здесь. И если уж нам надо отдуваться будет теперь и отчитываться, мы уже за свои какие-то криптоинструменты, токены отчитываться, за биткоин я не беспокоюсь. С ним и так все будет хорошо. Про техническую поддержку пишут. Просят добавить хороший технический саппорт в Telegram-чат Bio. Не хватает там сотрудников. Много вопросов есть у людей. Хорошо, обязательно сделаем. Это такая проблема, наверное, у всех ICO-проектов. Технической поддержки, сколько ее не добавляй, все равно мало, наверное, будет. Ну, это кстати, правда, да, на самом деле. То есть, на самом деле, мы же там... Сейчас, потому что там... Мне кажется, что там вроде все нормально. Я там захожу, ну, постоянно в онлайне там один-два человека. Кому-то, наверное, может быть, они вовремя не помогли. К сожалению, действительно, всем всегда, наверное, помочь невозможно, хотя мы очень стараемся. Но если какие-то проблемы, прям лично мне пишите, я буду сделать все, что сам смогу. Есть вопрос от Ивана Скворцова. Добрый день, я представляю команду Eva Bonbons, кондитерские изделия из натуральных, экологически чистых продуктов. Работаем с 2014 года. В конце октября встречались с председателем ФК «Лавка-лавка» Михайловым. Обсуждали участие программы в проекте «Ниткоин». В общем, хочет как-то связаться, узнать возможности сотрудничества, как добавиться на сайт и так далее, кому писать, куда звонить. Ну, с Михайловым встречались. Ну, это мой партнер по бизнесу, и он генеральный директор и председатель нашего кооператива, поэтому, в общем, уровень уже достаточный. Но если что, напишите прям мне, я прям свяжусь с руководителем нашего отдела, который партнерской сетью занимается. Надо сказать, что мы все-таки с точки зрения выстраивания оргструктуры биокоина, мы как бы находимся на каком-то таком пути развития. У нас пока еще не все вакансии заняты. Кстати говоря, вот если вы хотите нам присоединиться к проекту Биокоин, тоже пишите там, на info@biocoin.bio, потому что нам нужны люди, это и блокчейн-разработчики, нам нужны люди как системы лояльности, это маркетологи системы лояльности, даже руководители системы лояльности мы ищем, там сейчас вот у нас серия собеседований идет, ну, желательно с опытом в сфере лояльности. В общем,
если вы думаете, что вы можете нам быть полезными, то пишите в любом случае, потому что люди нам очень нужны сейчас. Вопрос еще есть. Рассматривается для внедрения или имеется наработка по внедрению региональных представителей, которые будут на земле для фермеров проводить разные ивенты в городах, селах, объяснять, да, что это такое, как подключиться, потому что зачастую фермеры далеки от цифровой экономики, они не понимают, что это, как же новостями не следят, поэтому есть ли у вас в этом плане наработка? Ну, на самом деле, это хорошая идея. Я, честно говоря, мы, наверное, так это не формулировали и об этом как-то не говорили, но, в принципе, да, вот это хорошая идея в местах работать с фермерами, разъяснять. У меня есть такая книжка «Толстенный талмуд. Органическое сельское хозяйство». Учебник по органическому сельскому хозяйству. Министерством сельского хозяйства США. Для американских фермеров. И вот там в таком очень хорошем американском стиле, такой типа гид для идиотов, ну, в положительном смысле, написано просто каждый шаг. Как стричь овцу, если вы хотите быть органическим фермером, как сажать там малину, если вы хотите быть органическим фермером. То есть на любой жизненный какую-то проблему фермера, который хочет производить органик, есть ответ. И при этом везде есть такой пунктик, там, вы там не до конца понятно, вот позвоните такому-то телефону, там, 8-800, то-то, или зайдите там на такой-то сайт, и мы обязательно свяжем вас с нашим представителем в вашем штате и графстве. Ты понимаешь, что насколько круто вообще вся инфраструктура работает, как это проработано, что каждому человеку готова прийти на помощь какая-то местная региональная структура. И поэтому это хорошая идея по поводу того, чтобы создавать такие структуры для биокоина, для того, чтобы помогать фермерам в этом разобраться, помогать фермерам понять, что это такое, и сделать так, чтобы они в этом участвовали. Поэтому тоже пишите нам, если вы готовы где-то в регионе этим заняться. Отлично. Ну вот вам, видите, подкинули идею хорошую на трансляции. Поэтому человек может написать в чат со своей идеей, продублировать в био. И если готовы поддержать и возглавить направление, я думаю, вам будут рады. Ну, вопросов, да. Повторяющие, остальные не задали. Мы видим, что у вас там мероприятие, и у нас уже по таймингу подходит к концу. Поэтому спасибо большое, что вы уделили нам время. Все ссылки на ваш проект мы оставляем в описании. Трафик, какие-то дополнительные вопросы, если будут, будем переадресовывать вам или в ваши телеграм-чаты. Ну, если у вас будет еще время, потом из более, так скажем, уютного места, чтобы можно было больше нам времени уделить, можем еще раз с вами пообщаться в ближайшие месяцы. Да, я согласен. Зовите обязательно. В следующий раз сяду где-нибудь все-таки в офисе и дома, чтобы не так шумно было. Вот надо просто выбрать тогда не пятница вечера, а какой-нибудь более подходящий момент. Вот. Спасибо, что позвали. Заходите на biocoin.bio. Всем привет. Спасибо большое. Хорошего вам вечера. Еще раз спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. До свидания. Итак, друзья, мы остались наедине. Надеюсь, то, что кому-то мы помогли, кому-то ответили на вопросы, помогли, чтобы человек ответил на ваши вопросы.